Сегодня Шевченковский райсуд изменил адрес домашнего ареста для Стерненко. Отбывать 60-дневный срок одесский активист будет по месту жительства в Киеве. Отмечу, вчера ночью суд все-таки выбрал для одесского активиста Сергея Стерненко меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Но на заседании выяснилось, что радикал прописан в одесском отряде морской пограничной охраны. Активист публично заявил, что в Одессу не вернется, демонстративно разорвал решение суда и потребовал, чтобы его арестовали по адресу фактического проживания в Киеве. После этого Стерненко призвал своих сторонников блокировать выходы из здания, пока судьи не вынесут соответствующее решение. Позже штурм Фемиды все же отменился. Стерненко призвал группу поддержки ехать к дому генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, а затем и к президенту Зеленскому. По пути группа поддержки радикала скандировала: «Аваков черт, Зелю геть, Киев вставай». Зелю геть! Зелю геть! Так и не дождавшись никакой реакции, Стерненко со сторонниками завершили свою прогулку по ночному Киеву. Напомню, судебное заседание длилось более 18 часов. Под зданием Шевченковского суда творился беспредел. Сторонники радикала жгли фаеры, дрались с полицейскими, нападали на журналистов и перекрывали дорогу. Стерненко обвиняют в умышленном убийстве. Трагедия произошла в мае позапрошлого года в Одессе. Радикал якобы защищался от двух жителей области, Ивана Кузнецова и Александра Исайкула, которые напали на него. Одному из них Стерненко нанес смертельный удар ножом. Следствие полагает, что активист гнался за погибшим 100 метров и добил его ножом в сердце.